Вот, про деньги опять. Да, про деньги. Кому их давать, ну, как бы можно. Допустим, если у тебя сильно престарелые родители, да, которые... Ну, то есть навсегда просто. Не могут, да, вот они реально то не есть могут. То есть отдаешь? Там, или еду покупают, то есть как бы давать. Вот нет, просто такое. Как бы не в долг, а отдавать. Вот бабушка да. стоит, я ей 100 рублей, ну, мне вот не бабушка, жалко, или, да. Допустим, маленький детенок, который должен, ну, кормить, да, это кому-то ну, надо. Вот... Дедушка вот. На гармошке играет, вот на набережной на я ему 100 рублей да, кладу святое. Такие вещи, когда человек уже физически не способен. А если какой-то взрослый чувачина берет и что-то там у него, блин, ах, ох, дай срочно взаймы там, условно, там, 1000 рублей. До получки. На водку не хватает. Там, во-первых, идти в шоку. Иди на одному идти себе денег. Как сказала, кстати, процитируем одну мудрую девушку-женщину. Правда, в другом контексте было сказано, фраза все равно мудрая. Сейчас, говорит, очень много возможностей есть заработать. Ну, неважно, что за да. девушка сказала, она была в контексте этого, что типа, что за мужики, там, нищие, давайте меня кормите, там, ну, как это сейчас. Ага, сейчас люди зашли. Тарелочницы. Ну, вот.